Тебе уже надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт Dota 2 с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля заказа прямо на сайте. anylevel.com. Для подписчиков канала скидка 7% по промокоду PAPICH. Я брал уже топ-2 раз 7. Буквально раз 7 топ-2. Но ни разу топ-1. Как бы начинаю верить. Что меня постоянно на читах убивают. Газуй! Поехали за дропом. Они в это как раз. К центру. Где дропыч? Что-то я его проебал уже. Вон дроп. Стоит ли его подбирать здесь? Даже хуй знает. Это слишком опасно, надо разведать сначала. Есть ли в этих домах челики? Да, есть! Я умер, ГГ. Блядь! Как он меня убивает? Как они так попадают? Я никогда в жизни не могу попасть по машине. Как это вообще возможно? Пиздец, как они так стреляют? О, челик. На, блядь! Только я сейчас супер уязвим буду. Ой, бля, если я сейчас его буду лутать, я хз, я могу умереть. Ну, огромный шанс умереть. Надо двигаться, пока лутаешь. О, блядь. Че у него вообще есть? Вроде больше ничего нету. О, нищий был. Блядь, он вообще нищий. Пиздец, он вообще нищий, у него ни хрена не было. Калаш забрать можно было, но мне было лень. Слишком долго менять, ну. А, да, это вот же я машину слышал, точно. Хотя, может быть, его не убивать. Так, ладно, попробую его убить. Если не получится, сяду в машину, поеду в центр круга. Он не знает, что я здесь. Он где-то здесь, на горке, скорее всего. Он там присел или что? Хилится! Только не убивайте, плиз. Сейчас ему машину заберу еще. Бля, придется ехать через дома, меня сейчас развалят, но выбора нету. Ой, бля, плохо закончится. Плохо закончится, ребята. Поехали сюда, в этот пост. Нет, не переворачивайся. Там чел, прямо там. Он прямо там сверху, ебать. Меня тут отстреливали уже. Они знают, что здесь? ГГ! Я знаю, где он, я понял. Сука! Меня уже отстреливали, я не смогу отсюда выбраться. Блядь, сейчас еще гранату сюда кину, вот это финиш. Бля, я прямо на кромке. Мне надо отсюда убегать срочно. Нет выбора. Все прилях у меня не будет видно. Машина моя стоит? Машина моя стоит. Мой единственный шанс. Мне надо по-любому сейчас ехать в центр круга как-то. Ну, иначе отсюда не выберусь. Здесь нету варианта выбраться отсюда. Я знаю, что там есть челик, но нету выбора. Не убивайте, суки! Я не знаю откуда! Суки! Да откуда? Я не знаю, блядь, откуда! Да слишком сложно, я не знаю, откуда палят!
Тут вообще не было нигде ныкаться, я не знал, где выйти. Сука! Повезло, что он слепой и не может попасть. Я чуть не обосрался, челик сзади с дробовика. П! Я был здесь, круг уже здесь. Ёбаный стыд. Как я должен туда-то живым добежать? Машина где? Ну как попасть, блядь? Я не умею. Пиздец, блядь, ну как? Окей, он вышел. Он вылез из машины. Я не знаю, сейчас будет драка. Сейчас я сдохну, скорее всего. Да пиздец, блядь! Фул хп сейчас будет. Ну, блядь, а что делать? Я не понимаю, как попадать. Я пока в этой игре не попадаю. Как попадать? Да я не умею, блядь, попадать! Я столько стрелял, не попал, я его не убил, anyway, я не умею. Меня постоянно убивают, когда меня стреляют. Я не могу просто победить файт. Бля, я не умею стрелять. Ой, бля, слишком сложно. Я не знаю, как попадать в этой игре. Почему я лечу не туда? Ну, блядь, ну что? Эй! У меня игра баганулась, я не могу двигаться. Бля! Надо РМК делать, я теперь не успею долететь. У меня игра баганулась, я не мог двигаться. О, великие силы, это ГГ. Я хотел полететь в починке. Теперь я лечу в помойку в итоге. Хотел в починке, а лечу в помойку. Пиздец. Ой, бля, игра баганулась. Мне на голову дроп! На голову мне! На голову мне! Наебало кинь дроп! Давай, давай, ну кинь, 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 ну, бля. Хоть обстреливай. Ну да, побегу я туда, конечно, из центра. Отличная идея. Повторюсь, это только самая ранняя версия. Чуть ли не... О! Наконец-то, блядь, дождался! Ой, красиво было, парни. Вот он, долгожданный Лутислав. Ах, для Папислава. Где? Что? Это стрим снайпера или что? Где вообще чел бы... Че за хуйня? Я даже его залутать не смог. Ну я не могу, бля, да пиздец, меня всегда перестреливают. Шансом 100% меня перестреливают. Я никогда не могу попасть ни в кого, это просто невозможно. Как они это делают? Почему им так легко стрелять? Типа СКС это самая слабая снайперка, правильно? Да, ну урон у него вроде маленький. Нет! Умоляю! Блядь! Я случайно! Сука, я даун! Ой, бля! Все, можно РМК делать, я умер. Машину надо по-любому забирать. Я не знаю просто, блядь! Я не знаю, это невозможно, я не знаю откуда, я не знаю как, откуда меня хуярят, это невозможно, я не знаю, я просто не знаю. Где-то, откуда-то меня уже сзади убили, походу. Я видел другого чела, который меня обходил с фланга, но я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Надо было просто побежать за машиной, когда он, это был единственный плей нормальный. Да, надо было просто побежать за машиной и не думать. Сейчас бы сидеть, ждать чего-то. Домой, сука. Он там сидел все это время? Вау! Как хорошо, что я туда не пошел. Он меня не может попадать оттуда, я это знаю. И он умирает от синьки, я это тоже знаю. Ты тоже умираешь от синьки, сынок. Я это знаю.
Где он? А как эта игра работает? Я попал в него. Он меня просто не убил с М-ки. Я не умею перестреливаться, я просто не умею. Я же делал все правильно. Он вышел, я попал. Но я не убил. Снайперка, оказывается, с одного выстрела не убивает, а противник меня ваншотит. Почти что. Он меня убил с двух выстрелов. Я попал со снайперки. Что я сделал неправильно? Ну, то есть, как, я не могу сделать выводов сейчас со своих ошибок, потому что я сделал только что неправильно? Разве я только что неправильно сыграл как-то? Я, по-моему, вообще сделал все идеально. Я успел убежать за камень, похилился, я не побежал дальше, я решил дальше с ним стреляться, потому что, очевидно, нет смысла бежать, когда тебя в спину будут хуярить. Вышел, первый стрельнул. И я попал же! Прямо в него прицел навел, как я мог промахнуться. Ну, сука, ну что я сделал неправильно? Да, пожалуй, залезу на вышку и зачищу. Я не умею стрелять, Хотел залезть на вышку. Кстати, я его первый увидел, должен был его убить. Но я не могу навести мышкой и не попасть. Я не умею стрелять в этой игре. Как оно меня разворачивает, залупа? Смотрите, впереди меня летит, потому что меня развернуло, а его не разворачивало. Меня только развернуло. Бля, ну как меня это заебало? Че впереди меня летит, потому что меня развернуло? Ну какого хуя? Почему меня самолет развернул? Ебать, непонятно. Не самолет, а залупа лед. Просто развернул. И хуй просто что происходит. Ну да, раньше меня, спасибо за инфу, удачи. Спасибо за инфу, иди нахуй. В этой игре, что еще проблема, очень много дэмэджа герои могут выдержать. В реальной жизни вы так не выдержите. Я просто увидел его, дал ему очередь, попал в голову и, наверное, в грудь один раз. И он не умер. Такого быть не может, ребята. Он не ваншотит в голову без брони. А все, блядь. Еще один тут был. Бля. И че не похилился?